Только представьте, все предметы, которые вы видите вот на этом стеллаже, распечатаны при помощи 3D-принтера. Это, например, вот такой вот игрушечный олень и даже набор чайной посуды. Самое ценное в современном мире – это технологии. Вкладывать в них сегодня – значит получить завтра многократную выгоду. Открывшийся в Перми региональный центр инжиниринга стал частью кластера ракетного двигателестроения «Технополис Новый Звездный», куда уже входит мощная производственная база предприятия «Протон-ПМ», испытательный полигон, техношкола и многое другое. Часть этого кластера – юные умы из этой самой техношколы. Мы приехали посмотреть 3D-принтер. Можно любую модель создать на любом производстве. Привлечено федеральное финансирование, закуплено современное оборудование и программное обеспечение. Кроме образовательной миссии, центр работает по трем направлениям. Первое – конструкторско-технологическая подготовка производства и управление жизненным циклом изделий. Помогаем людям управлять данными, которые образуются в процессе жизни этих вещей. Есть система, в которой фиксируются все ремонты, замены деталей и так далее и тому подобное. Второе направление работы центра – сокращение производственных потерь. В том числе такое модное сегодня бережливое производство. Это производство по здравому смыслу, соответственно. То есть убирать все производственные потери, то есть сделать здраво и более эффективно. Третья составляющая – промышленный дизайн. В планах центра – развитие и такой сверхперспективной технологии, как 3D-печать и связанных с ней направлений. Все вместе это позволит внедрить на предприятиях края технологии цифрового производства. То, что он появился у нас, это огромнейший шаг вперед. Это применительно не только с точки зрения нашего комплекса «Новый Звездный», это применимо для любого производственного процесса. Разработки центра инжиниринга будут доступны не только индустриальным гигантам, но и предприятиям малого и среднего бизнеса. Юлия Алеева, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.